Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Имин Алиев. Около 10 лет я занимаюсь кёкусинкай карате. Вот выступал за клуб Pride, город Новочеркасск. Являюсь мастером спорта, призером мира. Пришел в топ-дог, чтобы проверить себя, испытать. Данной организации хочу пожелать дальнейшего продвижения, успехов. Пользуясь случаем, передаю привет и слова благодарности своей родной станице, которая меня поддерживает, мои друзья, мои близкие, своему тренеру, который вложил очень многое в меня, это Смирнов Валерий Евгеньевич. Передать привет в город Казань, там тоже ребята поддерживают, верят в меня. Спасибо, ребят, я чувствую с вашей поддержкой. Вперед, до талого, всем респект. Хочу пожелать себе и своему сопернику, главное, без травм. Вот, хладнокровного боя. Вперед, в бой. Всем привет, меня зовут Тарасов Александр. На турнире Топ-Дог я представляю Дмитровскую дружину. Очередной вызов в моей жизни, решил проверить свои силы на голых кулаках. Мой соперник каратист, серьезный парень. Надеюсь, покажем красивый, честный бой, без травм. Удачи! Итак, давайте поприветствуем бойца, это Имин Алиев по прозвищу Шин. Ему 19 лет, ему рост 175 сантиметров, вес 72 килограмма. Он из города Новочеркасск, Ростовской области. Лет занимался каратэ кёкусинкай, имеет коричневый пояс с желтой полоской, призер мира, но, как вы уже поняли, его база — это каратэ. Это Александр Тарасов по прозвищу Тарас. Представляет город Дмитров. И уже знакомый всем нам клуб «Дмитровская дружина». Является уличным бойцом. Выступал на открытых рингах по армейскому рукопашному бою и ММА. Базовый уличный боец против каратиста. Вот что нас сейчас ожидает. Слушай, слева, 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 сл
Берете вот передний. Берете на член, только передний. Последний. Хорошо. Эй, Тарас. Правый, левая рука. Слушай. Лево, двигайся. Тарас, что с тобой двигаться будет? Правый, левый, правый. Парни показывают настоящую силу духа, никто не готов отступать назад. We'll be right back.
Пожали руку. Пожали руку. Руки подними, дай руки подними. Руки не опущай, не как он. На него, на него. Раз, передний рукой, на него карал. В этом бескомпромиссном бою победу одержал Эмин Алиев по прозвищу Шин. Так, подожди. Вначале Тарас, подожди, никуда не уходи. Мы на камеру поработаем немного, нельзя показывать, что ты устал. Но что я могу сказать? Я хоть мне и нельзя топил за Эмина, потому что он весит на 7 килограмм меньше, ты не сделал вес. Но в целом ты шел до конца, это главное. Ты показывал дух и волю к победе. Что ты сам можешь сказать, что ты почувствовал, как тебе вообще участие в нашей организации? Очень крутая организация. Спасибо за возможность подраться у вас. Еще спасибо моей команде за то, что готовили меня. Хоть времени было немного подготовиться, но все же мы его провели с пользой. Всем спасибо. Молодец.
и красавчик Тарас. А теперь подойдем к нашему победителю, Эмин Алиев. Ты хотел передать привет Казани, я слышал. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Всем спасибо за поддержку. Все-таки карате тоже свою роль играет, небольшую, но играет. Хочу в особенности поблагодарить команду «Русжим», «Шторм» за то, что поддержали, вывели. Вот. Естественно, своим родителям огромное спасибо, сестре, моей семье, которая меня поддерживает. Лучшая моя поддержка в жизни. Без них бы я не справился, это 100%. Город Новочеркасск, станица Кривянская, естественно. Город Казань. Понимаешь, да? Город Казань, да, ребята там тоже поддерживают, верят. Ждут, когда я им позвоню. Вот всей там братве, всей команде, в особенности. Аршак, брат, спасибо, лучшая подготовка. Ну и, естественно, своему лучшему тренеру, который является мне вторым отцом, это Смирнов Валерий Евгеньевич, который вложил в меня 10 лет себя. Вот. Спасибо вам большое, Валерий Евгеньевич. Спасибо, друзья. И тебе спасибо за бомбическое шоу, где можно себя показать, дальнейшее продвижение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе за эти слова. На самом деле, всем было приятно на тебя смотреть. И я думаю, все люди, которые тебя поддерживают, могут тобой гордиться. Эмин Алиев, каратист по прозвищу Шин.